В московском храмовом комплексе преподобного Сергия Радонежского, что на Рязанке, прошел приходской семейный праздник. Его участниками стали воспитанники воскресной школы, их родители, творческие коллективы. По мнению прихожан храма на Рязанке, этот праздник самый веселый в году. Сюда на подворье под большую пушистую ель, вне зависимости от капризов погоды и количества градусов, на столбике термометра устремляются и взрослые, и дети. Спасибо, Господи. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие дети. Сегодня мы по традиции проводим нашу рождественскую елку. Первый воскресный день обычно она называет после Рождества. Сегодня это вот этот день совпал. Прежде всего всех вас еще раз сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова и грядущим праздником Богоявления Господня. По традиции, открывая праздник, отец Виктор наградил грамотами победителей ежегодного рождественского конкурса творческих работ. Награждается Бахмисова Елизавета за первое место в рождественском конкурсе «Подарок». Награждается Юань Антон за первое место в рождественском конкурсе «Поделок». Теперь нам пора начинать праздник. Кто нам нужен для того, чтобы начать этот праздник? Или что? Ну так зовите давайте. 3-4. Что, спит, наверное? Ну, громче, давайте в микрофон. Мы вас рады видеть. Ну давайте все вместе теперь к Деду Морозу еще раз звать. Не пришел он, да? Давай ты первый кричи, Дед Мороз. Начинай. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Погромче говорят, ничего не слышу, что там. 3-4. Дед Мороз! Еще раз. Ну еще раз попробуем. Дед Мороз! О, смотрите, кто к нам пришел. Мы так рады всех вас видеть. Снова и снова, каждый год мы вас поздравляем. Какой праздник отмечаем? Рождество Христово, конечно. А еще с Новым годом всех вас, ребята. Батюшка, а можно мы поздороваемся по-нашему, по-волшебному? Конечно, мы этого и хотели, конечно. Ребята, давайте будем здороваться, как мы, ребята, все здороваемся в лесу, вот с медведем, с Карлсоном. Смотрите, мы будем говорить так. Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп. Поехали. Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп. Здравствуйте, щечки, плюх-плюх-плюх. Здравствуйте, носики, пим-пим-пим. Здравствуйте, зубки, цок-цок-цок. Здравствуйте, губки, блюм-блюм-блюм. Здравствуйте, животики, ам-ням-ням. Здравствуйте, ножки, тап-тап-тап. Вот и поздоровались. А здравствуйте, хвостики. Ой, а хвостиков у нас нет, батюшка. Не выросли еще, да, ребята? Ребята, скажите, а кто на Новый год обычно приходит к нам в гости? Дед Мороз! А я вот слышала, звали-звали Дед Мороза. И где-то был дедушка. Мне же ребята сказали, был где-то Дедушка Мороз. А ну-ка покажите мне дедушку. Куда дедушку дели? Не можем найти никак сюда. Нету дедушки? А где молодой Дед Мороз? Может, он помолодел? А, это ты, Дед Мороз? Ну, здравствуй. Это настоящий дедушка. А вдруг он молодой стал совсем, не настоящий? Ну тогда давайте позовем настоящего. А кричать мы будем так. Дедушка Мороз, ау, 3-4. Дедушка Мороз, ау! Да, не слышит наш дедушка. Если бы помоложе был вот такой, точно бы услышал. Ну-ка давайте еще раз. Дедушка Мороз!
такой, наверное, борода ему мешает услышать, или шапка очень большая. Давайте еще громче. Дедушка Мороз, ау! А давайте по сторонам посмотрим, может, он где-нибудь спрятался? За елочкой нету? Нету за елочкой? Нету. А может быть, где-нибудь здесь спрятался? У вас нету Дедушки Мороза? Тоже нет. А за домиком нету? Карлсон, может, ты дедушку куда-нибудь спрятал? Ну ладно, давайте еще раз громко-громко, чтобы мама и папа нам помогали. Ну-ка, давайте. Дедушка Мороз! Ау! Дедушка! Ура! Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки, здравствуйте, родители! Так, ну что, кто же из нас подарки-то хочет, а? Да? Так, здравствуй, батюшка! Так, здравствуйте, артисты! Так, ну что же, батюшка, благословите нас на праздник! Мы вас заждали сегодня, Дедушка Мороз. Я понимаю, что работы много, конечно, но как бы про храм чуть не забыли. Вот тут уже охрипли, замерзли все, кричали. Ой, беда. Вот смотрите, подарков было настолько много, я слышал, что кричали, но не мог их унести. Вот единственное, что унес, это вот этот маленький мешочек. А подарков очень много. Что-то маловато, правда. Прям. Ну, маловато. А все остальное в санях осталось. Хорошо. Так, ну, ребят, подарки будем зарабатывать? Так, хорошо. Родители, а мы будем артистов слушать? Аплодировать? Так, ну-ка, давайте нам все поаплодируем. Ой, ну мало. Дедушка Мороз, ты же самое главное забыл. Посмотри, какая елочка у нас красивая. Красота, внучка. А мы песенку ей не спели. Не спели песенку еще? Нет. Тогда давайте сделаем так. Мы сейчас сделаем хоровод из малышей. У нас будет два хоровода. Первый хоровод будет из малышей. Давайте все малыши, идите со мной. Встаем вокруг елочки. Погодка тем временем разгулялась не на шутку. Задобрить ее решили веселым хороводом. И много-много радости детишкам принесла. Молодцы! Поаплодировали друг другу, ребята. Молодцы, ребята. Дедушка, а еще мы очень танцевать любим. Танцевать любите? Мы сейчас сделаем настоящую зимнюю веселую зарядку. Маэстро, на музыку только погромче, пожалуйста. Давайте все прыгаем и повторяем движение за мной. После того, как мы смотрим, проехав на нашем новогоднем паровозике, мы вернемся обратно сюда, и потом мы вам расскажем, что будем дальше делать. Договорились? Тогда все поворачиваемся направо и цепляемся друг за другом паровозиком. Так, малыши за мной, Дедушка Мороз, а взрослые за тобой. Давай, вставай, ты будешь самый главный паровоз у нас. Это наши взрослые. Вот, так, малыши, взрослые. Догоняйте. Так, догоняйте, малыши. Встаем за мной. Ручка маме, пусть на ужин нас не ждет умных поход. Дедушка, а расскажи, что же нас ожидает на нашей ручке? А мы сейчас посмотрим. Смотри, вот впереди у нас есть мячи, на которых можно будет потом попрыгать, заработать карточки, и эти карточки обменять на подарки. А чай-то детишки могут попить, наверное, сегодня? И чай горячий будет, без всяких путей. Идем дальше. А при нас здесь дальше ожидает канат. Садим. Кататься на канат. Это у нас будет настоящая команда Снегурочки, команда Деда Мороза. Просто пусть идут смотрят, а мы с вами пойдем к вертепу встанем. Так, все малыши, подходите сюда поближе к вертепу. То место, где родился Христос, состоит храм Святого Рождества Христова. Родился он не в пещере, а родился в яслях, там, где животные на ночь загонялись и отдыхали. Вот это место как раз здесь изображено. И окружали его кто? Бычки, коровки, овечки. Давайте тропарь Рождества Христова споем еще раз? Или что будете петь? Колядки, давайте колядки. Колядки песнопения, в которых прославляем родившегося Бога младенца Христа.
А мы с вами выбираем площадки, кто где будет зарабатывать себе подарки. Можно и в мешках попрыгать, и канат протянуть. Пойдемте посмотрим, что там есть у нас. Тем временем дети зарабатывали себе зачетные баллы. Кто быстрее на мячах доскачет до финиша. Соревнования по перетягиванию каната. Дай поаплодируем нашему ансамблю. Выиграл – получи две карточки. Проиграл – одну в качестве утешительного приза. Потом их можно будет обменять в сундучке призов на сладкие угощения или игрушки. Старинное русское развлечение – ходули, деревянные как встарь, и их современные аналоги. Широко, видишь, как поставила? Не-не-не, широко не надо, не спеши, мы все успеем. Вот так. Воевать подушками малыши никогда не против. Вот так размахнулся пару-тройку раз, огрел противника без злобы. И весело, и не холодно. Девушка, опять мешок уронила. Умница моя хорошая. Так, у кого много карточек, где не получать подарки? Вон там. Да, давай. А, ничего себе! Давай, девочка, свой И друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело
мой, все лицо и руки залепил мне снег. Мне в сугробе горе, а ребятам смех. Ой, молодец. Молодец. Такое длинное стихотворение. Это не любовь, но это же книга. Ой, ты моя умница, дай нам подарок. С новой пылью, с новой сказкой, он придет тот самый час, как часы на башне с Пасхой нам пробьют 12 раз. Молодец! О, вот это красиво. Держи себе тоже. Можно просто пройти? Зима, на елочку, улицы, дома, снежка нам сказка. Ладно, Новый год, пусть не сбывается, пусть не сбывается. Молодец какая. А то там родитель помогает, а тут... Так, давайте, а у кого еще нет подарков вообще? Нет, ну я могу... Нету подарков, иди сюда. Ребят, ну мы еще раз со Снегуркой напоминаем, что... Ну я там чуть-чуть могу помочь. Карточки, вы на эти карточки нашего звезда, это тут призов. Это там, где чай раздают с бубликами. Да, там можно получить еще... призы на эти карточки. То есть набираем карточек, и чем больше карточек, тем интереснее будет вам, конечно, проект приз. Давайте, Варя, я начну по две раздам. Если кончится, кому-то не достанется, подождите, я еще принесу. Так, сейчас, дай скажу. Сбербанк гарантирует. Сбербанк. Отсюда, а что там написано? 25. 25.